Этот актер слишком востребован на данный момент и не нуждается в представлении. Его необычный внешний вид и столь же необычную талантливую игру знает каждый. «Бумер», «Брестская крепость», «Крик совы». После этих фильмов поклонники рукоплескали, а актер, наконец, почувствовал себя на своем месте. Но так было не всегда, как складывалась жизнь Андрея Мерзликина. Он начал мечтать о профессии актера, когда знакомая красноречиво рассказала о театральной жизни. Андрей хотел сам убедиться, так ли все красочно, и отправился в Москву. Посетив несколько спектаклей, он понял – хочет так же. Поступил во ВГИК, со всей страстью прочитав сонеты Шекспира. После окончания служил в театре Армена Джигарханяна, но его отчаянно тянуло в кино, где пробиться было нелегко, стартовать пришлось долго. Он дебютировал у начинающего режиссера, что не принесло должной узнаваемости. Ему посчастливилось сотрудничать с Эльдаром Рязановым. Но только роль Димона Ошпаренного в фильме «Бумер» наконец принесла любовь поклонников. Режиссеры решили снять продолжение полюбившегося фильма, но зрителю он не понравился. Про Андрея как будто забыли, не предлагали ведущих ролей. Он сильно расстроился и начал пить. С друзьями проводил время в ночных клубах. Однажды после вечеринки Андрей и его друзья сели в машину и устроили гонку по набережной Москва-реки. Секунда, и машина оказалась в воде. Лишь чудом всем удалось выбраться на берег, а Мерзликин навсегда запомнил это предупреждение свыше. Судьбоносное посещение храма случилось по просьбе мамы актера. Она попросила сопроводить ее. Батюшка сам обратил на удрученного актера внимание, подозвал и как с листа считал все, что было на душе у Андрея. С тех пор Мерзликин уверовал, стал постоянным посетителем храма, приобщил жену и детей. К слову, Андрей в браке с супругой Анной вот уже 17 лет, а в семье подрастают четверо детей – Федор, Макар, Серафима и Евдокия. Актер считает себя счастливым человеком, а Бога – главным вершителем его прекрасной судьбы и карьеры. А вам нравится этот актер? И какие роли запомнились больше всего? Пишите ответы в комментариях.